Он не дьявол. Он не бог. Он не гоблин, не призрак и не трюкач. Доктор — живой человек. И когда я смотрю на вас, то знаю одно. Мы наверняка это подправим. В этом месте доктор падет. Человек, который болтает, который спорит и который лжет, получит достойный ответ. Некоторые из вас задаются вопросом, почему мы стали союзниками безголовых монахов? Возможно, вы задаетесь вопросами, почему мы зовем их безголовыми. Пришло время узнать, чем они пожертвовали ради своей веры. Как вам известно, это первостепенная ересь, наказуемая смертью. Опустить капюшон безголового монаха. Но по божественной милости самого папского мейнфрейма, только для сего случая я могу показать вам правду. Потому что они никогда не могут быть подговорены. Они никогда не могут быть напуганы. И они вообще никогда не могут быть удивлены. Привет всем! Угадайте, кто? Пожалуйста, направьте на меня оружие, если это поможет вам расслабиться. Ты всего лишь человек. Давай, сопротивляйся. Я всегда такая голодная. Сейчас, дорогой. Какая кнопка управляет освещением? Доктор, вы пойдете со мной. Сейчас же. 3 минуты 40 секунд. Амелия Понд! Бери пальто! Вы все, деактивируйте оружие. Доктор пытается одурачить нас. Но мы солдаты божьи. Мы не дураки. 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 Полковник Мантон восстанавливает порядок. Куда делся доктор? Мы не дураки! Мы не дураки! Теперь база принадлежит нам. У меня целый флот. Если прибежище демона падет, будет послан автоматический сигнал бедствия. Не будет, если мы снесем антенну связи. И у вас воздушная тревога. Дэнни Бой вызывает доктора. Дэнни Бой вызывает доктора. Задай им, Дэнни Бой. Мне нужно бежать с этой станции. Принесите мне ребенка. Цель уничтожена. Не сутулься, это вредит осанке.